Всем приветики. Когда-то я купил себе такой вот скинчик. Называется он MP7 броня. Но кто-то его переименовал, и он называется Money Maker. И я не знал, как убрать эту надпись, и всегда бегал с ней, и меня это расстраивало, потому что, ну, мне больше нравится стандартное имя скина, чем вот эта вот надпись. И чтобы его переименовать, я думал, нужны деньги на именной ярлык. А оказывается, не надо. Чтобы удалить надпись, которая вам не нравится, вам нужно просто нажать «Переименовать». И дальше вот на этот квадратик с минусом. Дальше он просто говорит, что вы удалите ярлык, и он исчезнет. То есть он просто удалится, не вернется в инвентарь, а просто исчезнет. Нажимая «Ок». Вы удаляете его, и вот все, он исчез. Теперь пишем броня. Все, пожалуйста, вот он. Тот же самый, только уже называется статрек MP7 броня. И именного ярлыка на нем уже нету. Все. Те же 106 убийств, та же наклейка. Все то же самое. Теперь он выглядит как и должен выглядеть без именного ярлыка. То есть, оказывается, для того, чтобы удалить именной ярлык, вам ничего не нужно. Если вы хотите переименовать, тогда вам потребуется именной ярлык. Но если вы хотите удалить, вам ничего не нужно. Просто нажимаете на минусик и удаляете. И все. Все оказывается просто. Я только сегодня об этом узнал. Вот, поэтому я снимаю этот видосик. Ну, на тот случай, если вдруг кто-то из вас тоже не знал, то теперь вы будете знать. И, может быть, это вам когда-то пригодится. Вот. Ну, а на этом все. Всего вам хорошего. Пока-пока.